Добрий вечір. У ефірі новини для тих, хто цікавиться станом економіки свого регіону. У щотидньовій програмі «Економічна довідка» ми ділимося актуальною інформацією по різних напрямках. Глядіть у випуску. Базовая величина с 1 студеня повеличится с 21 до 23 рублей. Проект бюджету на наступный год сформированы уже с уликом росту этой ставки. У Беларуси появилось Министерство антимонопольного регулирования и гандлю. Как деятельность нового ведомства повлияет на звичайных споживцов, расскажет экономист. Який податок треба платить при здачі жилля у найом і чи залежить його помір від місця знаходження квартири, нагадає спеціаліст. І наприкінці програми – знайомство з цінами на садовину і огородніну на ринках Гомеля. А зараз об гетих інших новинах більш подробязно. Базовая величина с 1 студеня повеличится с 21 до 23 рублей. Проект бюджету на наступный год сформированы уже с уликом ее росту. Это даст возможность привести социальные выплаты с бюджету, которые зависят от базовой величины, в соответствии с уровнем инфляции. Напомним, в Беларуси до этой ставки привязаны померы социальных выплат, у тим ліку допомог і стипендій, а так само штрафи, сума державної пошліни і гетак далі. До інших тем. Як відомо, у Білорусі з'явилося Міністерство антимонопольного регулювання і гандлю. У його состав передадений Департамент цінової політики Мінекономіки, а так само Управління антимонопольної і цінової політики облвиконкамів. Серед задач нового органу влади – протидіяння монополістичної діяльності, нагляд за цінами і тарифами, контроль споживецького ринку і гетак далі. Ключова мета міністерства – створення рівних умов для всіх удільників ринку, розпрацовка цивілізованих способів контролю ціноутворення. Гета у кончатковому виніку повинна становча відбитися і на всіх нас, як на споживцях товарів і послуг, упевнені економісти. В кінцевому ітогі на нас, потребителів, впливає не тільки кінцева ціна, яку ми бачимо на потребительському ринку, але й те, як себе ведуть всі суб'єкти господарювання, наскільки правильно вони формують свої здержки, наскільки правильно вони формують прибыль і в кінцевому ітогі, які ціни маємо ми. Есть несколько накірунков, по яких мы можем зауважить змены. Некоторые з'явятся в ближайшей перспективе, іншие – у отдаленной. Во-первых, этим указом президента предусмотрено то, что местное управление антимонопольной регулирования ценовой политики будут переведены в ведение данного министерства. Это значит, что они уйдут из подчинения местных органов власти, то есть, например, нашего Гомельского областного исполнительного комитета, и они уже в меньшей степени смогут защищать чисто интересы производителей региона. Это значит, потребители, мы сможем получить доступ к товарам не только нашего региона, но и других. То есть на лавках наших магазинов мы сможем увидеть молоко из Гродненской области, из Витебской области и из других областей. Соответственно, потребитель уже своим кошельком проголосует за того, который предоставляет более качественный продукт. И это, естественно, заставит всех производителей качественную продукцию производить и по тем ценам, которые удовлетворяют и их, и потребителя. Это первый момент, и, как мне кажется, он, возможно, наступит в самое ближайшее время. Что до больше грунтовных у экономичном плане изменений, то они тычутся деятельности холдингов. Это связано с тем, что великая колькость субъектов господарения концентруется именовито у холдинговые структуры. Зараз их у Беларуси наличивается больше 100. Естественно, холдинги, они контролируют и своих поставщиков, и своих уже тех, кто занимается сбытом. И при условии вот этого контроля они, конечно, могут устанавливать те цены, которые выгодны им, но не выгодны нам, потребителям. И вот как раз-таки этот антимонопольный орган, он призван осуществлять контроль за деятельностью холдингов. Более того, даже решение о создании холдингов тоже принимается с участием этого антимонопольного органа. І нарешті саме складане – це регулювання діяльності натуральних монополій. Не усі ведають, що це таке, але сутикаємося ми з такими монополіями літерально на кожному кроку. Наприклад, сюди відносяться послуги жильово-комунальної господарки, де правила гульні встановлені державою. Отримується, що на одній чаші умовних шалів –
финансовые интересы страны, на другой – споживцов. Для потребителя важно, чтобы эти цены были разумные, чтобы они были экономически обоснованы. И поэтому регулирование уже со стороны именно контроля должно осуществляться отдельным министерством и ведомством, что как раз-таки и будет делаться, исходя из положения министерством антимонопольного регулирования и торговли. Поэтому я надеюсь, может быть, не сразу, но со временем потребитель почувствует то, что он защищен в той части, что производитель не устанавливает необоснованных цен. До речи, аналогичные органы самокирования существуют амаль во всех краинах. У Беларуси антимонопольное министерство отрымливает так само махчимость подавать у суд исковые заявы, например, супроть вытворцев без оплаты державной пошлины. Это снизит затраты державы на работу министерства и сделает его деятельность более эффективной. Протягиваем выпуск. Вересень – самый горячий месяц для тех, кто сдает жилье в наем. Зараз на улику у податковых инспекций Гомельской области находится свыше 13 тысяч плательщиков податку, которые налічаются за предоставление такой послуги. Дякуючи их деятельности, в бюджет с початку года поступила значная сумма – амаль 1 300 000 рублей. Алеш, коли рынок пропанов перенасыщенный, то некоторые господары пустых кватер имкнутся сдать их любой ценой, например, без заключения с кватеронаймальником договору, и такая легкодумность может закончиться выплатой великого штрафу. Навод тады, коли кватероздатчик упэўнены, что никто не доведается об незаконной сделце. Сёлета специалисты установили амаль 400 таких правопорушений податкового законодавства. Данным гражданам предъявляются налоги за весь период, когда они осуществляли сдачу без уплаты налогов. Кроме того, пеня считается за несвоевременную уплату, а также административная ответственность наступает. Становиться на учет в качестве индивидуального предпринимателя либо организации не нужно. Достаточно заключить договор с физическим лицом и зарегистрировать его в местном исполнительном органе. А те, в свою очередь, передают информацию в налоговые органы, и мы уже ставим таких физических лиц на учет. Сума податку залежит так само и от места знаходжения кватеры. Она вагается от 20 рублей в месяц на ускрайку Гомеля и до 25 в центре города. Протягиваем выпуск. Зараз традиционное знакомство с ценами на садовидную огородину на гомельских рынках. Цены на бульбу за тыдень амаль не изменились. На обоих рынках ее можно купить, начиная с 35 копеек за килограмм. Морква на центральном каштует от 45 копеек, на давыдовском от 50. Цибулю в центре нашли всего по 24 копейки. Максимальный кошт – рубель. Повысились у цены огурки. У среднем от рубля до полутора на обоих рынках. Баклажаны подорожали в среднем на 20 копеек. Их кошт – рубель 30. На центральном мы нашли садовые суницы по 5 рублей за килограмм и лесные суницы по 1,5 рубли за шклянку. Тут можно купить и журавины, прикладно по 3 рубли 60 копеек. Цены на эту и іншую садовину и огороднину в таблице. На этом у меня все. С вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдет в эфир про тыдень. До встречи!